Ты стоишь сам. Все твои товарищи лежат. Ты единственный, кто может спасти ситуацию против тебя, кровожадный орк. Что ты делаешь? Давай, мы в тебя верим, старик. Давай. Старичок, давай, давай, давай. И я достаю кинжал и бросаю ему прямо в шею. Кидай на попадание. Тупо 20. Твой кинжал попадает ему в шею и начинает брызгать кровь. Он падает на пол. Ты победил. Что ты делаешь дальше? Ожидаемо! Я достаю кинжал и перерезаю всем глотки. И забираю их вещи. Гоблинское копье ранит тебя на 1 хп. Запиши себе. О нет. Неужели Арвен, ребенок солнечного двора, умрет здесь, сейчас? Вот так. Последний друид круга луны. Духи предков. Я вижу вас. Весна. Я иду к тебе. Ну тебя ранили на 1 хп! Подожди, я отыгрываю свою роль. Последний момент, дракон уже раненый, он залазит на пьедестал, кидай на попадание. Тупо 20! Чувак, а, ты... что, а, кидай, да, ага, ага, да, угу. Серьезно? Что ты делаешь дальше? Я хватаю табуретку, бросаю в него, стреляю из арбалета, потом хватаю свою глефу и наношу 3 удара подряд. Так, где мои 18d6? Что? А как ты такое делаешь? Я не понял. Вообще-то помнишь тот фит, который я скидывал тебе по ссылочке? А на странице 96, цитирую, сказано. Вообще-то так нельзя делать. Мы играем в 5-ю редакцию, и на той же странице написано, что этого нельзя брать, и ты не сможешь стрелять с арбалета и 3 раза бить с глефой. Вообще-то я играю в эту игру с 2010 года. Может, я знаю лучше, а, сучечка? Ты что, It's D&D.